специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области прошли предварительные слушания по делу о вымогательстве, где потерпевшим является первый заместитель акима области Серик Батыргужинов. Ранее девушка обвинила Серика Батыргужинова в изнасиловании, но в ходе проведения следственных действий информация не подтвердилась. Серик Батыргужинов, как физическое лицо, обратился с заявлением в полицию. В результате в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство в особо крупном размере». В ходе предварительного слушания ходатайство подсудимой о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей было удовлетворено. Для участия в суде вызвать 150 кандидатов присяжных заседателей из единого списка и 50 кандидатов присяжных заседателей запасного списка. В зале суда женщина рассказала журналистам о том, что потерпевший пригласил ее к себе в кабинет для разговора. Как говорит сама женщина, тогда ей казалось это безопасным, как-никак госучреждение. Я без всякой задней мысли пошла, потому что если бы он меня пригласил на квартиру, в гостиницу, естественно, я бы не пошла. Но он же меня пригласил как бы такое самое безопасное место, как мне тогда казалось. По данным пресс-службы акимата области, по состоянию здоровья Серик Батыргужинов находится на больничном с 8 января 2024 года. Ходатайство стороны защиты потерпевшего об участии в заседании суда в онлайн-формате было судом удовлетворено, но с предоставлением справок о состоянии здоровья потерпевшего. По статье, которую инкриминирует подсудимая, женщине может грозить лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Валентина Леонова, Алексей Мехедов, РТС Акпарат.